Пьяный водитель, устроивший целое представление в Алматы, будет наказан. Кроме штрафа за разворот через двойную сплошную и отсутствие страховки, владельца Porsche Cayenne привлекут к ответственности за мелкое хулиганство. Напомним, водитель дорогого авто нарушал общественный порядок более получаса. Видеозапись произошедшего предоставила пострадавшая в ДТП. По словам девушки, водитель Porsche Cayenne сначала въехал в ее машину, а затем стал вести себя и вовсе неадекватно. Мужчина несколько раз уезжал с места аварии, пересекая при этом двойную сплошную линию, а затем справил нужду на собственный автомобиль.